Между тем, консультации между нашими военными и американскими по координации действий в Сирии продолжатся. О том, что этот вопрос уже прорабатывается, сообщил госсекретарь США. Впервые такой диалог состоялся накануне. Представители российского Минобороны и Пентагона общались по видеосвязи. И в Штатах потом заявили, что разговор был, цитирую, «профессиональный и сердечный». На это известие отреагировали в Конгрессе. В Верхней палате высказали мнение, что это хороший старт для того, чтобы возродить взаимное доверие. Белый дом, в свою очередь, сдержанно прокомментировал успехи российских ВВС в Сирии. Напомню, в среду точечными ударами наших самолетов были поражены склады боеприпасов, командные пункты и тренировочные лагеря ИГИЛ. Почти десяток объектов. Представители администрации США констатировали, что американские военно-воздушные силы несколько снизили интенсивность бомбардировок. По данным Пентагона, за минувшие сутки коалиции удалось уничтожить два экскаватора.